Всем привет! Я Коломейцев Николай Дмитриевич. Участвую в проекте «Всем миром» с 2013 года. За время участия в проекте дважды был осчастливлен выигрышем, который проводит систематически руководство проекта. Хочу поблагодарить Александра Комиссарова за проведенный конкурс «Мое рабочее место», в котором я выиграл $50. Кстати, 12 июня мне будет 78 лет. Это, считаю, что большой подарок к дню моего рождения. Большое спасибо всем. Я, Коломейцева Лидия Ивановна, тоже участвую в проекте с 2013 года. И второй раз выигрываю в проекте. На этот раз он называется «Мое рабочее место». И вот мы рады, что даже вдвоем выиграли. На что мы смотримся? У нас 53 года свадьбы золотой. И мы здесь даже вместе. Так что спасибо вам за все.